Приветствую вас. Во-первых, нужно сразу сказать, что девочка ваша, она, скорее всего, была не готова к отношениям, не готова была сближаться с вами. И, возможно, именно поэтому она и перестала общаться, потому что ждет, что теперь вы будете требовать от нее чего-то, да? Будете ждать от нее каких-то, ну, шагов, действий по отношению к себе. Вот. И, соответственно, это первый момент, из-за которого она с вами перестала общаться. Второй момент — это то, что девушка просто боится близости, вот, и видит что-то страшное для себя в ней, в близости, я имею в виду. Вот. В этом случае вам просто нужно дать ей время, она адаптируется и, возможно, выйдет на связь, будет давать вам обратную связь. И третья причина — это отсутствие взаимности, то есть девочка не чувствует, что хочет с вами отношений, не чувствует, что ей это нужно. То есть не чувствует, что ей нужны с вами отношения. Вот. И, соответственно, поэтому она не видит для себя возможности, например, значит, объяснить вам, что она не хочет отношений, вот, и для нее проще уйти. Вот. Такое, в принципе, тоже бывает довольно часто, к сожалению, вот, и вам нужно это принять. Смотрите, на что еще нужно обратить внимание? На то, почему для вас это так важно. То есть, если вам девушка нравится, если вы хотите быть с ней, то, наверное, вам, ну, стоило бы озаботиться тем, как сделать ее счастливой. Но, судя по тому, что вы пишете, думаете вы в большей степени о себе, а не о ней. Вот. Потому что вы переживаете по поводу того, что она вам отказала. Вот. Так что здесь нужно обратить внимание на вот ваши чувства, на ваши переживания, чтобы понять, что именно так сильно вас задевает и задевает ли в том, что она не хочет иметь с вами отношения. Ну, по крайней мере, вот на данный, допустим, момент. Вот. И если что-то такое есть, то вполне возможно, что это может стать предметом для индивидуальной работы с вами. Потому что такая заинтересованность в отношениях, да, говорит о том, что
вам они для чего-то нужны. И, как правило, они нужны человеку для решения своих каких-то конфликтов внутренних, которые к самому человеку, да, в данном случае к девушке, имеют, ну, весьма посредственное отношение, вот, и никакой связи нет, прямой. То есть я верю в то, что у вас есть значит, к ней чувства, вот, но эти чувства нужно разбирать, чтобы отсеять чистое чувство, направленное на нее, то есть отдачу, и нечистое чувство, направленное на себя, то есть желание. И тем самым снизить вашу заинтересованность в отношениях и повысить вашу независимость, а значит привлекательность. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.